кино, «Санки-горки, два конька». Самые новые эпизоды любимых мультфильмов уже в кинотеатрах. В эти выходные вы узнаете, зачем Саня и Соня испортили горку, кто похитил девочек из сказочного патруля, и посмотрите еще три мультика. Мульт в кино – это только новые серии. На большом экране, с объемным звуком, всего 45 минут. Приходите в кинотеатры всей семьей в эти выходные.